На заседании штаба по комплексному развитию региона губернатор озвучил кадровые перестановки. Так, создается Министерство цифрового развития. Возглавит его Виталий Кузнецов. На должность министра семейной, демографической политики и социального благополучия будет назначена Анна Тверскова. Она заменит Наталью Исаеву, которая получила предложение возглавить аналогичное министерство в Нижегородской области. Утверждены в должностях также глава Минздрава Александр Гашков и министр культуры Евгения Сидорова. Одобрена на должность министра просвещения Наталья Семенова. Она ожидает согласования своей кандидатуры в профильном федеральном министерстве. Новому кабинету министров на следующей неделе предстоит защитить свои отраслевые стратегии. Каждое министерство представит руководству администрации губернатора и правительства региона свое видение проблематики, пути развития отрасли, необходимых для этого финансовых, организационных и продвиженческих механизмов. Позже губернатор лично переговорил с назначенными министрами. С главой Минцифры Виталием Кузнецовым обсудили планы на 2022 год. Новое ведомство займется цифровизацией отраслей, развитием информационных технологий и будет координировать работу профильных организаций. Конечно, вводится очень большая роль в отладке всех процессов по всем министерствам в Ульяновской области. Мы должны быть передовым регионом. Знаете, что у нас сфера IT в регионе очень сильно развита. Самые лучшие компании и разработчики работают в Ульяновской области. Поэтому мы здесь должны быть на передовых позициях в целом. Глава региона побеседовал с руководителями Минсоцблагополучия. Наталью Исаеву поблагодарил за работу и отметил профессионализм экс-министра. Ане Тверсковой пожелал удачи на новой должности и отметил, что необходимы предложения по качественным изменениям в отрасли, а не текущая деятельность. Анна Тищенко, Улправда ТВ.